Здравствуйте, великодушные леди, дамы, дони, сударыни. Я вам всем желаю такого любовника, от лица которого идет повествование в стихотворении, которое я сегодня исполню. Иванов Георгий Владимирович. Вновь с тобой рядом лежа, я вдыхаю нежный запах тела, пахнущего морем и миндальным молоком. Вновь с тобой рядом лежа, с легким головокружением я заглядываю в очи зеленей морской воды. Влажные целую губы, теплую целую кожу, и глаза мои ослепли в темном золоте волос. Словно я лежу, обласкан рыжими лучами солнца на морском песке, и ветер пахнет горьким миндалем. Всем спасибо.